В Иванове маршрутка на зебре совершила наезд на детские санки, в которых мама везла мальчика 2010 года рождения. ДТП произошло в понедельник вечером на пересечении улиц 14-й проезд и 4-я Меланжевая. В результате происшествия ребенок отделался легким испугом и ссадиной на лбу. Госпитализация не потребовалась. Как сообщили в ГИБДД по Ивановской области, «Газель» ездила на летней резине. Водитель был трезв.